Микрорайон «Новый свет» за последнее время очень преобразился. И это благодаря как раз появлению парка «Солнечный», который на берегу реки Пехорка, благоустроенный красивый парк с хорошими зонами отдыха, со спортивными площадками, с прогулочными тропинками, со скамейками. Очень жители довольны, всегда говорят большое спасибо за то, что этот парк появился вот именно в микрорайоне «Новый свет». И, конечно же, самая большая радость в микрорайоне – это открытие сквера ветеранов. Инициатива была от жителей уже очень давно на месте этой березовой рощи, чтобы был сквер ветеранов. Вот это вот два таких хороших события в микрорайоне, которые совершились в последние годы. Не устаем вспоминать, не устаем вместе с жителями благодарить за то, что так преобразился микрорайон. Прошла встреча в микрорайоне «Новый свет». Актив микрорайона, активные жители микрорайона. Собрался полный зал народа, которые поддерживали вопрос об установке памятника воинам спецоперации. Я считаю, что это инициатива, которая исходит от народа. Люди понимают, и наши люди в Балашихе тоже, в плане того, что очень много балашихинских ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. На сегодняшний день там и находится тоже мой сын. Поэтому памятник этот, который они хотят поставить именно на братском кладбище, а это кладбище у нас в Балашихе, ну, я в Балашихе уже больше 40 лет живу. Вот. А оно было еще давно-давно до этого времени, когда мы сюда переехали жить. Вот, оно историческое, оно давнее. Я думаю, администрация эту инициативу поддержит, и памятник будет установлен, и всем будет приятно.